скварочки. В общем, мы катались, и Славой решили зайти в буфет. Это типа шведский стол. Здесь плата за одного человека это 400 бат, за двух и более человек 200 бат с человека. То есть на двоих 400 бат у нас выйдет. Это барбекю и хого одновременно шведский стол. Идем пробовать. Принеси нам жбан. Внутри, в общем, находятся угли. Так, мы пошли за едой, в общем. Свининочка. Вот. О, вот эту возьми, свинина. Это? Или это что это? Свинина похожа. Ну, маленькая возьми, она вроде не сильно жирная. Так, берем свинину. Там или курица жирновато. Даже. Прям не жирная, похоже, курица. Да? Да. Это что-то курица пряная какая-то. Нет, свинина точно. Свинина? А, слушай, вон написано. Порк. Порк это все свинина. Да, фига. Так. Специях каких-то. Блин, что мы взяли какую-то фигню? Мы сырую этот, надо было в специях взять. Вот это бери, мне кажется, очень вкусно. Такую попробуем. Хорош, блин. Вот, блин, много не надо, например. Это вообще просто... Это печенка. Это рыба, непонятно. Может, рыбу поварим? Чикен. Что-то чикен написано. Ну, все, чикен, но это явно не чикен. Сосиски. О, колбаски. Надо? Не знаю, выглядит неаппетитно почему-то. Вообще здесь морепродукты, мне кажется, очень много. Это что-то тофу, да? Мне интересно. Колбаса. Подожди, вот здесь кальмар, кажется. Это вообще непонятная еда для нас. Это, кажется, готовая уже еда. Это что такое, роллы, что ли? Да, роллы. Блин, вот это я попробовал бы. Что у нас тут? Шарики. О, кальмары, Кать. Надо? Это рыба, наверное, да? Рыба. Я рыба. Вот эту взяла. Да, вот эту можно. Ну, давай. Маленько, на пробу, может, не пойдет. О, отлично. Пойдет? Отлично. Так, это что такое? Рыба в соусе. Жирновато вот это сильно. Ну ладно, одну. Хорош. Еще одну. Мне кажется, понравится. Угу. Ладно, давай. Вот это тоже в соусе. Это что-то чикен, кажется. Да, это курица как. Курица, да. Да. Не надо больше, не хочу курицу. Если брать, то брать какую-нибудь такую специю брать. Тоже курица. Хочу. Это непонятно что. Это непонятно. Что такое? Тоже что-то. Вот это что такое? Что такое? Какая-то желе. Желефиш какая-то. Вот что такое? Это говядина похоже. Да, говядина. Говядину возьми маленько. Хватит? Хорош. О, креветочки. Блин, вот сейчас я точно вижу, что мы в Таиланде. Смотри, какие креветки, они просто в доступном виде. Я в шоке, ребята, креветки просто громадные. Вот что я буду сейчас готовить, креветочки. Ребят, в общем, я взял шкварки и непонятные котлеты буду пробовать. Это Катя, кто принесла какой-то бутербродик. Это мясо, это рыба, креветки. Пробую шкварочки. Шкварки. Объедение. Там что не варишь? Как чипсы. Ваше здоровье. Катя кушать готовит. Ребята, я пробую котлету. Готовить ничего не надо. Может, наберем? Вкусная. Куриная котлета. Очень пряная. Ребят, сходил я в разведку, и вот что я еще нашел. Все готовое. Все такое в панировочке. Да, мне кажется, это надо. Один в один. Один в один наггетс. Вкусный
хочешь. А где ты такой майонез? Взял? Там. Надо было вот такую тарелочку. Вкусно. Рыбка готова, кальмарчики тоже. Сосиску, ребят, пробую. Ну, нормально, но не очень. Не очень вкусно, но есть можно. У нас уже готова рыбка, кальмарчики. Мы их вылавливаем, сейчас будем макать соус и кушать. Кальмарчик. Получается, они варятся без соли? Да? Ну, соус решает. Соус такой прям сильно цитрусовый, кисленький такой. Эта рыбка тоже готова. Чуть-чуть остренько вообще. Божественно. Хочу попробовать мясо без соуса, потому что соус все перебивает, очень сильно цитрусовый такой вкус. Свининку пробуем. Креветочки замачиваю. Перчик попался. Мясо тоже замариновано в таком цитрусовом соусе. Тоже с такой. Да, мясо маринованное. С кислинкой такой, прикольно. Очень-очень вкусно. Мясо прям быстро так изготовилось. Рыбка чудесная, ты угадала. Да? Ну да. Ну вот я что говорю. Красная рыба, она в Африке, красная рыба. Вкусная. Вкусно. Ну вот, а ты ее не хотел вообще брать. Ну тут смотри, вот есть нечего. Мясо, а это все же сало. Жир. Сало, говорю. Жир. Я все не перестаю удивляться. Я буду здесь есть морепродукты, креветки. Посмотрите, какие громадные. Перешли на десерт. Все, ребят, мы наелись. Все было очень вкусно. Как выяснилось, креветок надо было больше брать, потому что их разобрали. Что тебе, Кать, больше всего понравилось? Мне все понравилось. Морепродукты нравятся, да? Рыба, креветки, да? Рыбу люблю, креветки. Пойдем на кассу рассчитываться. Здесь у ребят вредное производство, заготавливают угли для кафе. Здесь посуду моют. Вот здесь, ребята, мы посидели. Прикольное кафе. Красиво выглядит. Вот, ребят, в общем, рассчитались мы. Отдали мы почти 700 бат. 3 бутылки пива. Бутылка пива стоит 100 бат. Наелись. Еда стоит 400 бат. Вкусно очень.